там все выгоды. 11 числа я давала лично заявку насчет вот этих люков. Никто не обратил внимания. Я вчера позвонила, она мне сказала, у нас 30 заявок, вы не первые и не последние. Я говорю, мы уже платим за канализацию, за все, уже 70 рублей за куб. И никакого реакции нет. Вот вы видите, дети ходят, взрослые могут споткнуться. И вонь страшная на весь подъезд, на весь этот самый стояк вот на этот. А не скрывали эти крышки? Хотя бы уже бетоном сделали эти самые, ну что это.